Игорь Александрович, Россия в плену большой воды. Вот курганский губернатор призывает людей эвакуироваться, не пытаться отсидеться на крыше, острове или в доме. То, что мы видим, люди боятся даже при угрозе большой воды покидать свои помещения, потому что что? Потому что мародерство. И это очень уже большое количество таких случаев было зафиксировано. Собрал губернаторов Путин, говорит о том, что надо как-то людям возвращать доверие, надо, чтобы они поверили, что все будет надежно обеспечено, и все-таки эвакуировались они. Как это все расценивать? Будут ли какие-то последствия для губернаторов после этих всех историй? И почему так долго тянул Путин? Почему только сейчас решил пообщаться с губернаторами? Ну, что касается последствий, я очень сомневаюсь, что для кого-то из тех губернаторов, которые на самом деле допустили вот происходящее, а это, в общем-то, достаточно рукотворная история, потому что, да, безусловно, паводки, наводнения, зимой снег, летом, ближе к лету, к весне вода тает, снег тает, возникают паводки. Это, в общем, достаточно обычная история. Просто, ну, во-первых, в этот раз все-таки наступила какая-то критическая точка усталости старых еще советских сооружений, которые на сегодняшний момент выходят из строя. Ну и второе, что, конечно, коррупция, которая долгие годы процветала в России, являлась базовой всегда основой экономики, то она в этот раз сказала свое слово, и мы видим, что происходит. Значит, вот в том самом Орске, который явился такой модельным городом для вот этого наводнения, когда, ну, просто хрестоматийная история, когда дамбу сгрызли мыши. Одна из этих мышей в виде сына мэра Орска оказалась, значит, в квартире в Дубае, купленной за 33 миллиона. Ну и в конечном итоге мы видим действительно, что, так сказать, вот эта коррупция явилась одной из причин вот такого катастрофического положения, когда, ну, очевидно, что можно было это, от этого как-то обезопасить себя, построив нормальные сооружения, чего не было сделано. Значит, я не думаю, что кто-то из губернаторов пострадает, потому что на самом деле для Путина критерием отбора не является эффективность, не является защита прав граждан, а в основном это верность, это результаты на спецоперации по пятому сроку Путина. Вот это искоренение всякой заразы пятой колонны. То есть на самом деле критерии совершенно другие у Путина, поэтому там, насколько губернатор эффективен в борьбе с наводнениями, это последнее обстоятельство, которое определяет его судьбу. Ну а что касается, почему Путин так долго ждал, ну потому что это не то, что его интересует. У него нет приоритета интереса к нуждам, потребностям, к бедам населения. Его интересует война, и сейчас, собственно говоря, страна разделена на две части, вот на такую, я бы сказал, земщину своего рода. Это вся гражданская экономика, это мирная жизнь граждан. И на опричнину, которая — это военная экономика, это война, это армия, это действия на украинском фронте. То есть это, так сказать, у Путина в качестве приоритета сейчас война. А вот все, что связано там с мирной жизнью, с мирными гражданами, это... Ну, такая вот досадная помеха. Поэтому, естественно, он, ну, только в результате того, что уже действительно зашкаливает, так сказать, бедствия, которые охватили Россию, российские регионы в связи с наводнениями, то, ну, в этом случае он нехотя согласился что-то по этому поводу сказать. Насколько большой урон это нанесет экономике России и, соответственно, тем средствам, которые выделялись на войну? Знаете, в основном это все-таки, понимаете, это нанесло бы ущерб экономике России, если бы российское государство всерьез бы занималось помощью этим людям, которые страдают от наводнения. Поскольку особой помощи нет,
Ну, там выделяется по 20 тысяч рублей, но это копейки. Поэтому я думаю, что какого-то большого ущерба для экономики не будет. Это ущерб для людей, для граждан, что совершенно Путина не интересует. Мы видим, что стихия продолжает бушевать. Как это будет отражаться на народных настроениях? Я помню, минувшее наше с вами интервью, вы говорили о том, что это сейчас, ну, не станет. Это сейчас ситуация поводом для каких-то народных возмущений. Но, возможно, в копилку вот этого народного гнева это вот одним из элементов станет. Так вот сейчас, по мере того, как развивается ситуация, насколько этот народный гнев будет нарастать? Ну, народный гнев есть, и тут уже слышны разговоры о том, что мы вас на вилы поднимем и так далее. Это народный гнев, и он присутствует, но он никак не конвертируется в какие-то... Во-первых, он не встречает никакого отклика во власти, то есть, ну, гневаются и пусть гневаются. Это же все не угрожает власти серьезно, потому что на сегодняшний момент, во-первых, этот народный гнев не направлен против Путина, он направлен против местных чиновников. И по-прежнему продолжает работать схема «царь хороший, бояре плохие». И эта схема пока никак, ну, если брать массовое сознание, в том числе и сознание тех людей, которые пострадали от наводнения, они по-прежнему обращаются к Путину, они по-прежнему жалуются на местные власти, и они по-прежнему исходят из того, что «Путин, помоги». То есть, ну, какие-то, да, вы правы, какие-то микротрещины в этом общественном сознании возникают, они накапливаются, но до того момента, как это все сработает и конвертируется в какой-то массовый протест, до этого времени очень-очень далеко. Ну, или, во всяком случае, если не по времени далеко, то далеко ситуативно. То есть, на самом деле, для того, чтобы это все... вот этого раздражения, вот это вот навилы, вот это вот, а мы сейчас отсоединимся и так далее, чтобы это все переросло в какое-то серьезное политическое последствие, для этого нужны совершенно другие обстоятельства. Прежде всего, серьезное тяжелое поражение на фронте. То есть в сознании силовиков должно закрасться подозрение, что царь вообще-то не настоящий, что именно он довел страну до такого тяжелого положения своим, прежде всего, своим безумным решением 24 февраля 2022 года. А вот это укоренившееся в сознании, да, царь хороший, бояре плохие, это результат действия пропагандистской машины или это в определенном смысле какая-то ментальная черта? Это историческая традиция, это пропаганда, безусловно, пропаганда. Но это и историческая традиция, в общем-то, это такое, так сказать, ну, скажем так, приспособление в русской системе, которое давно заложено и которое, так сказать, является одной из причин некая сакральность верховной власти. Ну, это вот одна из особенностей, особенность, социокультурная особенность русской системы, которая веками укоренена и передается через механизмы воспроизводства вот этой социокультурных особенностей. Вот эта вера в доброго царя, стремление, так сказать, получить поддержку и рассматривать в качестве источника стабильности верховную власть, она, в общем, достаточно серьезна. Укоренена в истории России. Она связана, безусловно, с имперским чувством, потому что имперское чувство, оно не только в том, чтобы захватывать новые территории, расширяться, но и в том, чтобы укреплять вот эту вот верховную власть. Так что я думаю, что для того, чтобы это сломать, нужны более серьезные факторы, чем наводнение.
Более серьезные факторы, чем наводнение. Глава украинской разведки Кирилл Буданов в интервью «Вашингтон-Пост» сказал о том, что РДК планирует новые атаки на приграничные с Украиной области РФ. Скажите, пожалуйста, количество желающих вот сейчас с тем, что происходит в России, вступать в ряды РДК, Легиона Свободы России, она увеличится? И какое значение сейчас будут иметь вот эти рейды, эти атаки, которые будут проводить российские добровольцы? Насчет количества людей, которые хотят вступать в РДК и в Легион Свободной России, в Сибирский батальон, там, в Ичкерийское сопротивление, я думаю, я не располагаю данными о количестве. Я думаю, что пока вот какого-то скачкообразного увеличения желающих не видно, потому что если бы это было так, то мы почувствовали бы, понятно, что точной численности этих подразделений неизвестно, это, в общем, то, что называется военная тайна, но я думаю, что эта численность невелика. Опять, даже не хочу оценивать примерно порядок, но ясно, что это не дивизия, скажем так. Значит, поэтому вот то, что скачкообразного увеличения количества желающих вступать в эти подразделения не произошло. Ну, иначе это бы почувствовалось, просто были бы результаты. Потому что на сегодняшний момент нет вот какой-то системы, большой системы, которая должна появиться в результате возникновения политической воли. Политическая воля должна возникнуть у российской оппозиции, ее нет. То есть есть какая-то поддержка этих подразделений, но нет политической воли для создания большого механизма формирования российской освободительной армии. Здесь должна быть концентрация не только политической воли российской оппозиции, но и украинского военного политического руководства и прежде всего Запада. На Западе, к сожалению, от этого, потому что нужно вооружение, нужны серьезная инфраструктура, которая бы гарантировала людям, которые приходят сюда, в Украину, воевать за Украину, и в том числе воевать за освобождение России от путинского режима, это довольно тяжелая история, и эти люди должны получить гарантии безопасности своих семей, например. Вот. Это затратная штука, поэтому пока нет такой политической воли, я думаю, что результатов не будет. Ну, что касается рейдов, ну, это важное начинание, важная составная часть сегодняшней тактики вооруженных сил Украины, которые используют вот этот российский иностранный легион для того, чтобы, ну, фактически это такое открытие небольшого второго фронта. Это отвлекает внимание, это заставляет россиян понимать, что война приходит в том числе и на их территорию. И в дальнейшем, ну, можно считать, что это разведка боем. То есть в дальнейшем, если действительно произойдет серьезное увеличение количества и боевого потенциала этих подразделений, то в перспективе это действительно может сыграть существенную роль. Там это может быть попытка, например, занять какой-нибудь областной центр, это в какой-то перспективе это могут быть какие-то диверсионные акции по уничтожению военных объектов. То есть это серьезная перспектива и серьезное перспективное направление в тактике и стратегии вооруженных сил Украины. Кстати, о российской оппозиции в эмиграции. Скажите, пожалуйста, в чем ее главная проблема, скажем так. И вот еще один интересный вопрос. Под одним из стримов на нашем YouTube-канале прочитала, хочу с вами на эту тему порассуждать. Может ли какое-либо серьезное политическое, экономическую поддержку оппозиция в эмиграции оказать для добровольческих батальонов? В плане финансов, в плане медийной поддержки, в плане материальной поддержки? Начну с последнего вопроса. Значит, российская оппозиция
очень разнообразно, очень гетерогенно. То есть есть некоторая часть российской оппозиции, которая как раз поддерживает, эти добровольческие объединения. Это прежде всего Форум Свободной России. Это то объединение, которое существует под, ну, так сказать, которое было создано в свое время Каспаровым, и вот оно как раз и занимается поддержкой, в том числе финансовой. Ну, возможности довольно ограничены, но, по крайней мере, это вот та часть российской оппозиции, которая понимает прекрасно, что только силовым путем, только военным путем можно свергнуть путинский фашизм. Если говорить о проблемах российской оппозиции, то она заключается в том, они заключаются в том, что, пожалуй, что и большинство представителей российской оппозиции в эмиграции пока еще воспринимают ситуацию так, что, вот, ну, во-первых, они, что называется, не распаковывают чемоданы. То есть здесь некоторая аналогия с тем, что было в России в 20-е годы, когда оппозиция, то есть когда и российская эмиграция была убеждена в том, что большевистский режим очень ненадолго, и считали, что вот они скоро вернутся. Значит, в российской оппозиции сегодня существуют такие настроения, что, ну вот сейчас вот эти выборы пройдут, надо как-то их использовать. И опять-таки надежда какая-то абсолютно иррациональная на то, что, ну вот каким-то образом этот путинский режим, он рассосется, значит, и вот они вернутся и на выборах победят, не понимая, что, в общем-то, в России их, ну, их, я имею в виду нас, в настоящий момент никто не ждет. И будет ли кто-нибудь ждать нас в России в ближайшее будущее, в ближайшие годы, тоже далеко не факт. Поэтому, с моей точки зрения, в этом опасное заблуждение российской оппозиции, убеждение в том, что, ну, вот будут какие-то выборы, и вот кто-то там призовет, значит, я не знаю, там, Максима Каца, там, Светова, еще кого-то, кто-то призовет и вот скажет, приходите и правьте нами. Это глубочайшая ошибка. Глубочайшая ошибка. И вообще восприятие значительной части российских эмигрантов себя как политиков, это ошибка. Потому что на самом деле никаких ресурсов для того, чтобы как-то повлиять на внутреннюю ситуацию в политической жизни России, у российской эмиграции нет. Мы все в той или иной степени эксперты, блогеры, журналисты, консультанты, кто угодно, но не политики. Никакого реального шанса прийти во власть в России ни у кого из сегодняшней российской оппозиции не существует. В этом смысле правильно называть нас всех не оппозицией, а представителями российского протеста. Вот это точнее. Значит, ну вот если исходить из этого, то тогда главной задачей вот тех представителей российского протеста, антипутинского, это во многом, во-первых, поддержка ВСУ, и во-вторых, попытка объяснить нашим западным коллегам, что единственная задача, которая может существовать вообще, адекватная задача, которая может существовать у вот этого блока государств, которые поддерживают Украину, это формирование конечной цели этой войны. А конечная цель этой войны – это уничтожение путинского фашистского режима. И вот и на сегодняшний момент так это, вот так никто не говорит. Это большая беда. Большая беда, что не ставится адекватная цель. Адекватная цель сегодняшней ситуации для Запада, для стран евроатлантической цивилизации может быть только одна – уничтожение путинского фашистского режима. Именно такую цель ставила перед собой антигитлеровская коалиция. И именно поэтому она этой цели достигла. К сожалению, на сегодняшний момент Запад не ставит перед собой цели, которые адекватны тому вызову, который он получил в лице путинского фашистского режима.
Запад не ставит перед собой сейчас вот такой цели, потому что не видит дальнейшего развития событий, потому что не видит, что будет дальше с Россией, потому что этого конкретного плана российская оппозиция в изгнании не предложила, или есть какие-то другие причины? Есть две причины. Ну, российская оппозиция здесь точно ни при чем, потому что российская оппозиция может предложить любой план, но он останется частным делом этой оппозиции. Две существенные важные причины. Первая причина – это то, что значительная часть представителей западной политической элиты ведется на ядерный шантаж Путина. То есть этот ядерный шантаж, он на протяжении вот всего этого времени, ну, он и существовал и до, как инструмент запугивания, он существовал и до начала большой войны против Украины. Но с момента начала этой войны просто в режиме 24/7, ну, включаешь телевизор, обязательно кто-нибудь грозит атомной бомбой. И многие на Западе на это ведутся. Многие ведутся на это. Непонимание того, что попытка рассматривать ядерный шантаж как реальный фактор ведет к тому, что тогда Путину надо просто сдать все, то есть сдать Украину, сдать Польшу, сдать страны Балтии, потому что иначе Путин ведь может обидеться и бросить атомную бомбу. Это аж изначально порочная и тупиковая, и смертельно опасная политика. Значит, ядерный шантаж – это одно. И второе, Запад очень боится развала России. Этот страх, который на самом деле был еще в момент, когда распадался Советский Союз, мы помним, как руководители западного мира приезжали в ту же самую Украину, уговаривали тогдашнее политическое руководство, независимое уже на тот момент Украины, значит, воздержаться от декларации независимости. Потому что их пугал распад Советского Союза, и они были против этого. Их задача была удержать вот это вот гигантское евразийское пространство под единым контролем для того, чтобы избежать некоторой неопределенности. Запад очень боится непредсказуемости. И вот эти два фактора, первый – ядерный шантаж, и второе – непредсказуемые последствия распада России. Вот это то, что мешает даже поставить вопрос о необходимости ликвидации путинского фашистского режима. Вот этот шантаж, да, и фактически обработка западных элит, она осуществляется посредством непосредственно официальных лиц, дипломатии, да, российских, и давления с их стороны, либо через спецслужбы, через каких-то агентов, через те же соцсети. Сейчас я так плавно подхожу к соцсети Telegram, да, и интервью, которое Дуров дал Такеру Карлсону, насколько сейчас соцсети, они являются таким инструментом влияния в том числе. Что вы скажете по этому поводу? Ну, во-первых, количество каналов, через которые реализуется ядерный шантаж, его долго перечислять, потому что их очень много. Это дипломатические каналы, это постоянные угрозы, там, прямые или косвенные угрозы со стороны Путина, со стороны Лаврова, со стороны, ну, фактически всех спикеров российского государства. Это через СМИ, то есть российские государственные СМИ, они просто переполнены угрозами, переполнены, так сказать, заявлениями о том, что там, если что, или даже если ничего, то все равно будет уничтожена та или иная страна Запада, а то и вся Европа, и вся Америка. То есть медийный штурм. Это социальные сети, это приватные разговоры, которые ведутся между руководителями спецслужб. Там тоже это присутствует. Кроме того, западная пресса используется для этого тоже не менее активно. И мы прекрасно понимаем, что на сегодняшний момент Запад наводнен агентами Путина, которые так или иначе в приватных разговорах, иногда и публично тоже, так сказать, играют на руку этому ядерному шантажу. А социальные сети, безусловно, это инструмент. Поэтому, более того, я должен сказать, что на сегодняшний момент российская, путинская фашистская пропаганда, она осуществляется
примерно в равной мере через, по финансированию даже через телевизор или и через благосферу, через структуры так называемого ОНО-диалог, которое занимается благосферой, которая создает, так сказать, там фейковые блоги, занимается троллингом и так далее. То есть это большая серьезная работа, очень обильно финансируемая. Так что социальные сети, безусловно, являются тоже инструментом. Телеграм-канал, Телеграм, в принципе, может быть подконтрольным российским спецслужбам? Я думаю, что полностью нет. Дело в том, что Telegram, вот, ну, тут есть иллюзия, что вот как бы интернет это поле оппозиции. Это не так. Если посмотреть ведущие там те же самые телеграм-каналы, ну, двадцатку самых больших, имеющих наибольшую аудиторию телеграм-каналов, то они практически все пропутинские. Практически все основные телеграм-каналы, они пропутинские. Ну, наиболее, имеющие наибольшую аудиторию, наибольший охват. Так что, в принципе, вот там особо как-то стараться ФСБ для того, чтобы приручить телеграм, не надо. Это достаточно свободное пространство, которое, в общем-то, успешно занимает в том числе и пропутинские провоенные авторы. Принципиально другая ситуация с Ютубом. Вот Ютуб это в значительной степени все-таки место обитания протестного контента. Здесь преимущество имеют люди, которые занимают антипутинскую позицию. Это не значит, что там все за ВСУ. Нет. Но и здесь как раз, так сказать, достаточно большое место занимает так называемая серая зона, когда люди выступают против Путина, но категорически отказываются поддерживать ВСУ, потому что это противоречит им ими сформулированным принципам патриотизма. То есть, ну, это отдельная история, но среди российской так называемой оппозиции таких довольно много. До полной блокировки Ютуба в России могут сейчас прийти? Там же создавали что-то наподобие Рутуба. Нет. Ну, Рутуб это анекдот, и все уже понимают, что это такой Ютуб на бересте. И это никто всерьез не воспринимает. Там силы загоняли каких-то блогеров, они оттуда бежали как ошпаренные. Нет, это не ресурс. На сегодняшний момент создать альтернативу Ютубу оказывается не под силу российским специалистам. Ну, прежде всего, потому что большая часть, значит, российских программистов и вообще специалистов по IT-технологиям, они просто уехали. Это, пожалуй, самая такая вот иммигрантская, самая, так сказать, такая подвижная часть российского общества, ну, по той простой причине, что заниматься программированием, вообще работать в интернете можно из любой точки планеты, не теряя при этом, так сказать, в качестве и не испытывая никаких неудобств. Можно, в частности, работать на российскую аудиторию, находясь там в Бразилии или в Аргентине, что, кстати, некоторые блогеры и делают. Вот, так что, ну, вот YouTube это да, это такое пространство, значит, в значительной степени, где доминирует оппозиция. А Telegram нет. Telegram, основная масса наиболее популярных телеграм-каналов, это как раз, ну, так называемые зетники и ватники. Игорь Александрович, благодарю вас, как всегда, за интересную познавательную беседу. Благодарю, что находите время и возможность делиться своими размышлениями с нашими зрителями. Берегите себя и до скорых встреч. Спасибо, Алена. Всего доброго. И вы тоже себя берегите. Удачи вам, вашему каналу.